Сегодня, 6 октября, в Казахстане проходит важное событие – всенародный референдум. С самого утра граждане выражают мнение по вопросу строительства АЭС, который определит вектор дальнейшего развития страны. Как проходит голосование на территориальном избирательном участке под номером 507 села Шагалалы Зериндинского района, расскажет Арайлым Шатырымбек. Участок номер 507 работает с 7 утра. В участке царила оживленная обстановка. Многие граждане пришли, чтобы отдать свой голос по важному вопросу, который активно обсуждается в стране. В решении стратегически важных вопросов важен голос каждого гражданина, отметил один из избирателей Даниара Кушкаров. Сегодня очень важный день для всех наших соотечественников. То есть выбор, проведение референдума – это очень большое событие для нашей республики. Я думаю, каждый, как и я, гражданин, проявит сегодня ответственность, придет, проголосует. Я думаю, данный проект очень значим для нашей республики. Численность избирателей на данном участке составила 819 человек. Люди разного возраста приходили с ясной целью выразить мнение. Это говорит о высокой гражданской активности местного населения. Один из них – Байжигыт Буранбаев. Референдум имеет большое значение для страны, потому что сейчас наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев консультируется с населением и проводит специальные выборы. Сегодня я выполнил свой гражданский долг, сделал свой выбор. Я уверен, что граждане Казахстана сделают правильный выбор и поддержат инициативу главы государства. Согласно данным секретаря участковой комиссии номер 507, к этому часу более 300 зарегистрированных избирателей приняли участие в голосовании, что является хорошим показателем. Арайлым Шатырымбек, Медет Кайыркенов, Ардак Тлеугабулов, Кукши Ахпарат.